Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Я вас всех приветствую. Сейчас будет онлайн-расклад на тему «Встретимся ли мы в ближайшее время?». У меня сейчас такое настроение, сейчас читаю ваши комментарии. Вот люблю, когда рядом такие же люди, похожие на меня, которые все прекрасно понимают, с прекрасным чувством юмора. Обожаю. И комментарии такие же чудные. Вот читаешь и получаешь удовольствие. Думаешь, как хорошо, что меня смотрят такие прекрасные люди. Побольше бы таких. Что мы, кстати, и делаем. Я хочу, чтобы меня смотрели только мои люди, которые со мной будут на одной такой некой энергетической волне. Так, хорошо. Давайте посмотрим, встретитесь ли вы в ближайшее время. Я сейчас буду выкладывать 6 карт. Вам нужно будет чисто интуитивно выбрать одну карту. Загадывайте. Ну, я не знаю, может быть, у вас много мужчин. Загадывайте. Самое главное, интуитивно. Чувствуйте каждую карту. И тогда все будет правильно. Итак, первая карта. Встретитесь ли вы в ближайшее время? Вторая карта. Встретитесь ли вы в ближайшее время? Третья карта. Встретитесь ли вы в ближайшее время? Четвертая карта. Пятая карта. Встретитесь ли вы в ближайшее время? И шестая карта. Выбирайте. Выбирайте. Можете загадывать хоть одного мужчину, хоть шестерых. Думайте, представляйте образ и прикладывайте к одной из этих карт, да? И будем смотреть, встретитесь ли вы с этим мужчиной или нет. Ну или женщиной, например, неважно. Я просто буду говорить от имени женщины, потому что мне так удобно. Все, загадали, смотрим. Итак. Кто загадал первую позицию? Встретитесь ли вы в ближайшее время? Так, ну здесь интересно, конечно. И хочется, и колется, и мама не велит, как говорится. Да, ну двойка пентаклей. Мужчина сам не знает, потому что мужчина, скорее всего, не свободный у нас. И он не может определиться, с кем ему быть, когда уйти, когда с вами встретиться. Давайте посмотрим еще вопрос. Потому что у него как-то 50 на 50. Он не может, или, я не знаю, время выбрать не может. Или у него две работы. Или у него две женщины. Или у него еще что-то. Потому что он не может выбрать время. Он находится в этом, знаете, балансе, на этой серединочке. Что ему выбрать? Встретитесь ли вы в ближайшее время? Ну, встретитесь, ну, вы знаете, ну, рыцарь монет, это самый у нас такой спокойный, неторопливый рыцарь, который идет ножками медленно, 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 и пока он дойдет, уже там уже сил никаких нету, просто ждать, да? Ну, давайте посмотрим, давайте я скажу так, до конца сентября увидитесь ли вы? Я сама сейчас назначаю срок, до конца сентября увидитесь ли вы? Встретитесь ли вы до конца сентября? Да. Это замечательно. Он сделает сам шаг в вашу сторону. Сами ничего не делайте. Не назначайте свидание, не навязывайтесь, не надо. Он сам мужчина и замечательно. Он должен делать первый шаг. Но пусть старается, пусть вас завоевывает. Вы ему не отказывайте, спиной тоже не поворачивайтесь. Стройте глазки и соглашайтесь на свидание. Свидание, я чувствую, будет очень страстным, импульсивным. Посмотрите, какая здесь карта вышла. Тем более, если это король жезлов. Если мужчина это сексуальный, темпераментный, будьте аккуратнее. Назначайте хотя бы в дневное время суток, а не в ночное. Не, ну если вы уже его знаете, то есть если вы и хотите, да, его, то, конечно, бегите просто на свидание. Ну а если у вас еще до этого ничего не было, да, то будьте аккуратнее, потому что этот мужчина будет вас страстно добиваться. Да, на вопрос, будет ли в ближайшее время, встретитесь ли вы в ближайшее время, да. То есть я поставила срок до конца сентября, да. Поехали дальше. Кто загадал цифру номер 2? Встретитесь ли вы в ближайшее время?
Нет, не встретитесь. Невозможно. Очень много боли вы друг другу нанесли. Это обиды, это ссоры, это конфликты. Кстати, может быть, мужчины вообще нету. Ну, в жизни нету. Может быть, он умерший. Я знаю, что меня вдовы тоже смотрят, проверяют меня порой. Вот так хочу сказать. Также, может быть, у вас в принципе уже конец отношениям. Настал конец отношениям. Все, точка. И это невозможно, да, невозможно вам увидеться. Может быть, вы в разных странах, в разных городах. Может быть, вы знаете, вы между вами столько претензий, столько ссор, конфликтов. И ну, как это объяснить? Это невозможно, это непреодолимо, чтобы опять быть, состыковаться, да, встретиться, увидеться. Невозможно. Это боль. Опять не хочется эту боль. Может быть, у вас уже было до этого свидание, оно прошло так отвратительно для одного из вас, что второй даже предлагать больше не хочет, понимаете? Ну, нет, скорее всего, нет. И неприятно даже, да. Вот не хочется никакого свидания, идти на это свидание не хочется. Поэтому на вопрос, будет ли свидание? Нет. Но знаете, здесь же все-таки общий расклад. Да, вот для всех это как бы нет. Ну давайте я все-таки еще одну карту вытяну. Ну может быть, да, но все-таки я хочу так, чтобы люди встречались. Ну давайте посмотрим, будет ли у вас встреча в ближайшее время. Ну давайте я скажу так. Давайте далеко забегать не будем. Опять же, до конца сентября, да? Потому что я часто делаю эти гадания. Потом будем уже на октябрь, ноябрь смотреть и на всю оставшуюся пятилетку еще. До конца сентября будет ли у вас встреча? Нет, дорогие мои, нет. До конца сентября нет. Встреча возможна. Она возможна. Это карта старшего аркана «Звезда». Да, надейтесь, когда-нибудь вы увидитесь, встреча будет, но не до конца сентября. Это слишком близко, это слишком рано, это пока невозможно. Но не теряйте надежды, да, это может быть. Может быть, зимой будет, потому что старший аркан звезда отвечает за карту Водолея. А Водолея у нас земной знак зодиак, начиная с середины января до середины февраля. Ну, не знаю, вот так вот. Дальше. Кто загадал цифру номер 3? Будет ли у вас встреча? Да, конечно. Да, 100%. Двойка кубков. Вы увидитесь? Я тоже и сроки назначать не хочу. Да. Двойка кубков. Он мечтает о вас, вы мечтаете о нем. Вы пара, у вас все хорошо. Это эмоции, это чувства. Вы уже давно хотите увидеться. Да, увидитесь. То есть в ближайшее время будет ли встреча? Да, будет. И это будет с любовью, романтические чувства, может быть, в красивой обстановке, где вы будете друг другу признаваться в любви, разговаривать, будете друг другу говорить, как вы соскучились, да? Хорошая обстановка, и все пройдет хорошо, кстати. Так, кто загадал цифру номер 4? Ближайшее время. Ну да, рыцарь жезлов, конечно. 100%. По-моему, уже сейчас это где-то выходило в каком-то моем раскладе. Опять эта же карта выходила. Да, будет. И это будет очень страстная встреча, я не знаю, с бурным сексом, может быть, объятиями, поцелуями. То есть, понимаете, мужчина соскучился, и вы, видать, тоже. Так что ждите, скоро будет встреча. Он прибежит на всех парах. Даже если вы только хотя бы намекнете, что вы хотите увидеться с ним, он тут же прибежит, он явится сразу. То есть вот вообще просто не это. Это такая сила между вами энергетическая, которая притягивает друг друга, понимаете? Тянет друг друга. Ну все, меня прям несет. Я потому что, знаете, от самих карт заряжаюсь от такой энергии. Представляете, какой здесь яркий красный цвет. О, эта карта прям горит у меня, понимаете? Горит. Так что да, встреча будет. Ох, желаю вам хорошо погулять, как говорится. Хорошо, дальше. Кто загадал цифру номер 5? Будет ли у вас встреча? Да.
Да, старший аркан, страшный суд, конечно, естественно. Сколько раз вы уже с ним там расставались, а? И сколько раз уже сходились, а? Так что да, опять 25, как 25, да? То есть опять будете вместе, будете общаться, опять пытаться построить заново отношения, о чем-то договориться, опять, возможно, будете потом конфликтовать, опять расставаться. Ну и вот это вот карулесь опять будет по круговой. Да, потому что человек ваш, кстати, судьбоносный, может быть, кармический, он должен был в вашей жизни появиться, и вы от него никуда не денетесь, пока не проиграете, да, какую-то вот эту свою работу над кармой. Ну, я не знаю, для чего вы с друг другом встретились, да, есть же определенная миссия, какую задачу вы там выполняете. Вот пока вы еще ее нарабатываете, работаете над этим, будьте вместе. Да, встретитесь. Вопрос, да, встретитесь. Так, и шестая позиция. Встретитесь ли вы в ближайшее время? Будет ли у вас встреча? Так, но карта влюбленные. Так, вроде бы и да, и вроде бы и нет. Карта выбора. Он выбирает. Вы выбираете. Вообще нужны вместе вы, не нужны вы вместе. Стоит ли вообще встречаться? Нужна ли вам эта вообще встреча? Что она может вам дать, эта встреча? Понимаете, с каким подходом вы уже сюда подходите к друг другу? Он думает, вообще встречи нужны, вы думаете точно так же. Давайте посмотрим конкретно. До конца сентября будет ли у вас встреча? Увидитесь ли вы? Я думаю, что да. Вообще, туз монет, сейчас у нас идет сентябрь, октябрь, ноябрь. Или в течение 3 месяцев, или до конца сентября, да, увидитесь. Но так как это общий же расклад, правильно, на всех же одно и то же проигрываться не может. Но я могу сказать, может быть, ну, если на сентябрь не попадает, то сентябрь, октябрь, ноябрь, 3 месяца. Ну, давайте еще контрольную карту я вытяну, я посмотрю, потому что как-то так оставлять не хочу. Люблю же я конкретику во всем. И в картах тоже. Хотя карты, да, магия конкретики не любит. Так. Будет ли у вас встреча? Увидитесь ли вы? Карта дьявола. Но здесь еще магия. Здесь магия есть у вас. Или магия есть, которая вмешивается, поэтому мне сложно сказать. Я уже третью карту вытягиваю. И, понимаете, нахожусь вот так в балансе каком-то. Я четкости хочу, а мне четкость магия не дает. Вот здесь потому что вмешательство темных сил через дьявола идет, да, здесь зависимость какая-то. Друг друга может быть еще поэтому, да, и может быть здесь темная магия вмешивается сюда. Ну, вы увидитесь, может быть, я со сроками немножко ошибаюсь, может быть, не до конца сентября будет, может, чуть позже будет, но, опять же, да, вмешательство магии. Здесь за ваши отношения берется дьявол, и как он захочет, так и будет. Поэтому мне сложно сказать, я за дьявола ответить не могу. Это личность большая и высокая. Но могу сказать, что да, скорее всего, увидитесь. Увидитесь весною. Я думаю, что он определится, сделает для себя верный выбор. И вы все-таки определитесь, что вы все-таки хотите быть вместе. Потому что по дьяволу это зависимость. Это зависимость. Один из вас идет как наркоман, а второй идет как наркотик высшей пробы. Поэтому вы друг без друга не можете. Так что вот такой расклад. Я надеюсь, сейчас все обрадуются. Ну, многие обрадуются, да, что все-таки встреча будет. Так что я всем вам желаю хороших, прекрасных свиданий, романтичных, я не знаю, времяпрепровождений, упиванием, любовью, да, и друг другом. Всем желаю счастья женского огромного. Будьте здоровы, и пусть у вас будет в жизни все замечательно. Я вас всех люблю, я вас всех обожаю. Спасибо, что смотрите меня. До встречи.